Праздник кино под названием «Дух огня» в Ханты-Мансийске открылся международный фестиваль кинематографических дебютов. За звание лучших будут бороться фильмы из России, Франции, Японии, Индии и других стран. Конкурсная программа как никогда сильная, а красная дорожка яркая. С подробностями Ольга Стрельцова. Яркий, вдохновляющий, незабываемый. 21-й международный кинофестиваль «Дух огня» собрал в Югре лучших из лучших. На красной дорожке известные актеры и режиссеры. Президент фестиваля в этом году – Эмир Кустурица. Зрители за 4 дня увидят 70 фильмов из 16 стран. Главная тема фестиваля – культура коренных народов. Российские участники представляют сразу несколько фильмов на языках своих народов. Финно-угорском, алтайском, кабардинском, чеченском. Темы самые важные. Поиск себя и семейного счастья. То, что близко миллионам людей, в том числе и самым юным. Богатая детская программа вызывает яркие эмоции. Лучший российский фильм в номинации «За сохранение культурных традиций» получит специальную награду и поддержку от генерального партнера кинофестиваля «Газпромнефти». Компанию связывает с Югрой и «Духом огня» многолетнее сотрудничество в области социальных инвестиций и сохранения культурного наследия русского севера. Традиционная культура и традиции культурные, они, как ни странно, сейчас нуждаются в защите, потому что много чего нового. И среди этого стоит, как сказал один из наших знаменитых певцов, чтобы стоять, я должен держаться корней. Это очень важный момент. «Дух огня» дал путевку в большое кино многим начинающим режиссерам и шанс заявить о себе на мировом уровне. Судя по сильнейшему составу участников, нынешний фестиваль не станет исключением. Ольга Стрельцова, ТВ-центр.